из больницы, она инвалид, и мне нужно ехать к ней. Was für ein Bewegen ihr alle habt. Только и слышишь, что про мать инвалида или дочку при смерти. Придумала бы что-нибудь пооригинальнее, чем эти затасканные байки. Алло. Ja, das bin ich. Ja gut, ich komme. Ich hab doch gesagt, ich bin unterwegs. Ja, ja, okay. Okay. Ладно. Ты можешь идти. У меня дела. Возьми деньги за сегодня, передай Регине. Я не успею с ней увидеться. Помощь нужна? Да, спасибо. Ага. Так. Говорит Москва. Московское время 8 часов. Держите. Ага. Ты дома не ночевала, Таня. Ты где была? Я гуляла с молодым человеком. Да? С каким? С Петей. Помнишь, с музыкантом? Я тебе рассказывала про него. Правда? Я возьму. Да. Здравствуйте, ребята! Слушайте, квартира Голубева. Вас Петя. Здравствуйте, дорогие друзья. А ее нет дома. Редакция пришла письмо. Написала, хорошо, передам. Вера, которая попросила поздравить ее друга, пионера. Сказал, что позже перезвонит. Угу. А можно я отлучусь до вечера? Мне по делам нужно. Да, конечно, конечно. Я сегодня целый день дома. Спасибо. Тань, чего ты к телефону не подходишь? Ты с Петей не хочешь разговаривать? Ну, мы же завтракаем. Алло. Привет. Деньги от Армина у тебя? Немедленно приезжай в Черемушки. Нина! Да? Простите, вы не могли бы сегодня задержаться немножко? Хорошо. Меня просто на работу срочно вызывают. Угу. Спасибо. Тань, что ты уходишь, да? Мамочка, меня на работу вызвали. Там внеплановый показ для иностранцев. Вы таблеточки принимайте обязательно. Угу. Тебя ждут. Заходи. Это что, не отметили, да? Или он не заплатил? Он сбежал, гаденыш. Мозги мне запудрил. Я виновата. Я исправлюсь. А я тебе сколько раз говорила? Деньги берешь до того, как. А ты все время клювом щелкаешь. Вычту из зарплаты, а что мне делать? Тань. Скажи мне, ты, Армин, для чего рассказывала про больную маму? Тебе что, больше рассказать было не о чем? Ты же не вокзальная шлюха, чтобы… Очень смешно. Чтобы рассказывать про свою жизнь. Правильно? Правильно. Вот еще будут жалобы, будешь работать здесь, на галерах. Деньги давай. Mm-hmm.
Вроде все сходится. Ага. Иди уже, иди. О, опять сбилась. А ты чего здесь? Маму жду. Машка случайно дверь захлопнула. Привет. Меня Вавой зовут. Таня. Лилька на первом этаже комнату у старушки снимает. Я уже ей позвонила, сейчас прибежит. Ты не голодная? А-а. Малыш. Это что такое? Вы что, с ума сошли? Сейчас клиенты сюда приедут. У меня здесь не ясли, а контора для деток постарше. Лиля где? Я здесь. Я вижу, что ты здесь. С клиента соскочила? Угу. Нужно деньги зарабатывать, понятно? Угу. Ну-ка, ну-ка, дыхни. Хочу спать. Опять нажралась. Нет, я не пила, я выпила кофе с ликером только, правда, я вам честно говорю. Ребенка забираю, чтобы я тебя здесь больше никогда не видела. Региночка, Альгерна, не выгоняйте нас, Машка, пожалуйста, нам деваться некуда, я вас очень прошу, Регина, Альгерна. Лиля, ключи дай. Регина, Регина. Пока не просохнешь, клиентов не подпущу. А еще раз пьяную увижу, выгоню к чертовой матери на панели. Будем бомжами в шею кормить. Давай за маму. Давай. Оп. Давай за бабушку. У меня нет бабушки. Давай за куколку. Угу. Давай. За куколку. Оп. Оп. Давай. Мамочка! Мама! А я тут кушаю. Кушай, кушай. Давай. Давай, держи. Давай еще ложечку. Уходи отсюда, пока тебя не затянуло. Молодец. Ты другая, ты здесь не сможешь. Это я конченый человек, мне каранте, а ты беги. Беги, пока не поздно. Поняла? Не пей ты, пожалуйста. От водки еще хуже будет. О ребенке бы подумал. Я о ней все время думаю. Только она и держит меня на этом свете. Ой, Танюх, слушай, выручай, а? Забери Маньку к себе на пару дней. Мне деньги нужны, а мне подружка позвала в Беляево подработать. Лучше туда, чем здесь. Хотя и там мрак. Манька. Манюша. Маечка моя. Доченька моя. Девочка моя хорошая. Манечка. Ребеночек ты мой золотой. Манюшечка моя. Мамочка. Ну все, все, кушай, кушай. Давай, давай, кушай. Дай до конца. А, Танюха, выручи, а? Пожалуйста. Ты кушай, я пойду. Все, мама побежала. Давайте, кушай. Давай. Давай за зайку. За зайку. Молодец. За Таню. Давай, давай, давай. Так. А теперь давай за меня, за тетю Нину. Давай. О!
Отлично. Ура, я все съела. О, какой ребенок хороший. Какая молодец. Все подчистую съела. Ой, подойдите, пожалуйста. Ага. Ну вот, ты говорила, не съешь. Алло? Опять Петя. Меня нет. А, ее нет. Угу. Ой, что это? Можно посмотреть? Это такая штука, эспандер называется. На. Здравствуйте, товарищи. В эфире программа «Последние». Скажи мне, твоя мама манекенщица? Да. Западно-германские спортсмены. А скоро она вернется из командировки? Так, мам, это что такое? Это совсем не детская игрушка, на. Ну-ка, быстренько в комнату. Играть. Играть со своими детскими игрушками. А Маше не надо ни о чем расспрашивать. Она выдумщица такая, что она расскажет тебе. Не нужно этого делать. Думаете, нас на Олимпиаду пустят? Не только пустят, еще и лучшие места дадут. Ты же слышала, что сказал куратор на собеседовании? Мы теперь кто? Аккредитованные переводчики пресс-центра. Ребят, смотрите. Кажется, Таня. А шмотки-то у нее какие. А туфли, туфли, а? Мама дорогая. Тань, Таня. Нет. Хорошо. А я его знаю. Это немецкий журналист. Все время ко мне цеплялся. Липкий такой. А чего Танька-то с ним пошла? И куда это он ее ведет? Она что? Хватит трепаться! Кирилл! Кирилл! Армин просил передать. Мне девочки сказали, что ты Машу к себе забрала. Хочу тебе напомнить, что здесь все вопросы решаю я. И своевольничать никому не позволю. Леля попросила ей помочь. Что в этом такого? Леля спивается и ворует. У меня, у девочек. На бутылку не хватит, у тебя будет воровать. Поэтому не нужно заниматься благотворительностью. Ответь, пожалуйста, Маш, туда, откуда ты ее привезла. Нет. Это не ваше дело и не ваша власть. В свободное от работы время я могу и буду делать то, что я считаю нужным. Главное, чтобы потом об этом не пожалеть. Здравствуйте. А ты, между прочим, могла бы приходить сюда не только в день рождения отца. Почаще заглядывать. Да, конечно. Земля еще не осела, цветы сажать рано. Подожди. Прости меня. Прости меня, девочка моя. Прости меня, пожалуйста. Я сама не знаю, что я говорю. Я все понимаю, я сочувствую. Я очень тебя прошу об одном. Пожалуйста, не осуждай меня. И если понадобится моя помощь, зови. Хорошо, зови, я все могу, я прибегу. Хорошо, хорошо? Ведь ты же единственная, кто у меня остался. Билет на бокс и легкое. Повезло тебе, а вот и ты. Здорово, мужики. Здорово. Здорово. Ты слышал, ну, хвастайся, давай. Конечно, на бокс и легкое отличие на финал. Понял? Таня! Наконец-то я тебя застал. Вот, Гюнтер просил передать.
Господи. Достал, слава богу. Сколько я ему должна? Я не знаю, он не сказал. Тань, я не понимаю, что происходит. Я звоню, тебя никогда нет дома. Ты не хочешь со мной общаться? Нет, я правда все время занята. Ну а где ты? Где ты пропадаешь? Чем занимаешься? Ты же знаешь, сессия, дом моделей, дел по горлу. Ну это не ответ. Всегда можно найти время, чтобы пообщаться. Петь, ты прости меня. Но я прошу тебя, давай возьмем паузу. Маму только что выписали из клиники. Видишь, вот лекарства достают для ее лечения. Мне сейчас не до чего. Прости. А с Гюнтером я потом сама поговорю. Таня, Тихо. Ты чего орёшь-то? Собирайся, поехали, по-моему, злика беда. Куда? Она в Беляево. Поехали, собирайся, мне страшно одной. У Лильки подруга в Беляево живет, а торгу еще та. Звонит она мне 2 часа назад и кричит в трубку. Соня, меня убивают. А дальше трубку выхватывают, номера я не знаю. Ну ты милицию-то вызвала? Да какую милицию? Ты с дуба рухнула. Я охрану туда нашу вызвала. Они квартиру недалеко там снимают. Поехали, может, они уже там. Вон их окна. Это что, наши только подъехали? Как поздно-то, а? Мужики, вы где вас носит, а? Ну я ж просила, быстрее. Нина! Нина! Да. Тани нет. Я слышала, как она ушла. Помогите. Конечно, конечно, Лариса Алексеевна. Таня узнает, заругается. Ей не понравится, что вы по ее вещам шаритесь. Все, оставь меня. Сейчас потерпите, я лекарство принесу. Мамочка.
шуметь, я милицию вызову! Безобразие! А ну-ка, вставай. Давай, 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 давай. Да аккуратненько. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Пошли, 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 пошли. Давай, давай. Вот дура, а. Вот куда тебя понесло? Скажи, куда? Тебе жить надоело. Ты мужиков наших дождаться не могла, а? Пошли. Только тихо, пошли, пошли, пошли. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Сейчас, пошли, только тихо. Сейчас. Да. Сейчас. Таня, подожди. Таня, может, они еще живы? Не смей, Таня. Идиотка, стой. Таня. Таня, ты что не видишь? Таня. Молчи, дура. Ты хочешь, чтобы мы рядом лежали? Молчи. Молчи. Сколько раз я сигнализировал по поводу этого притона? Как об стенку горох? Может, сейчас прикроете его? Разберемся, товарищ. Идите к себе. Мы вас вызовем для дачи показаний. Безобразие! Устроили здесь Мамаева побоище. Без протокола не обойтись. Что с ней? Да ее ребра ей поломали. Мы вообще не при делах. Нам бы к доктору, а? Короче, валите отсюда, пока следаки не приехали. Регине Альгердовне привет. Давай, давай. Пусть обращается, если что. Давай, хорошо. Давай, давай, аккуратно. Пошли. Что соседи подумают? Вы компрометируете мой возраст. Я должен проверить, ушиб это или перелом. Можно побыстрее? Это ушиб, но болеть будет больше, чем поломанное. Это точно. Может, все-таки рентген поехать сделать? Я вас умоляю, какой рентген? Никакой рентген не даст стопроцентной гарантии, а я дам. Можно вас попросить поосторожнее быть? Ну, как-то... Куда вы лезете? Куда? Вы куда торопитесь? А? На свидание? В 4 утра? К маме. Сейчас я принесу лед. Соня. Ну куда ты? Ну куда? Лежи, не вставай. Аккуратно. Только тихо. Давай, давай, ложись. Софа. Аккуратненько. Да, я ушла, все, ушла. Так. Давай. Так. И запейте. Тань, Тань, давай я с тобой подожду, пока Машка проснется. Езжай, не надо, я сама. Хорошо, что вы пришли. У Ларисы Алексеевны приступ был, сердце прихватило. Где врач? В комнате сидит, ждет, пока укол подействует. Хорошо. Танечка, не ходили бы вы по ночам? Я без вас такого страха натерпелась. Мам. Чш.
Состояние стабильное, но требуется наблюдение. Вы дочь? Угу. Завтра вызовите участкового, и чтоб никаких стрессов. Выздоравливайте. Всего доброго. Грушин Владислав Петрович, редактор «Нового времени». Работал с эмигрировавшими диссидентствующими писателями. Год назад завербован ЦРУ. С тех пор мы его ведем, но никаких контактов у него ни с кем не было. Стало быть, Грушина держали под Гюнтером. Но что может этот Грушин? Гюнтер работает по военно-техническим разработкам. Его приезд абсолютно понятен на фоне войны в Афганистане и бойкота Олимпиады. Угроза ограниченной даже всеобщей войны снова актуальна. Афганистан может стать началом. Им, как и нам, до зарезу нужно знать, с чем им придется воевать. Вероятнее всего, Грушин должен подвести Гюнтера к тем людям, которые ему действительно нужны. Так мы и так старались вести Грушина. А вот теперь не спускать с него глаз ни на секунду. Все его контакты должны быть под контролем. Любые. И второе. Гюнтер тертый калач. С ним нужно очень осторожно. В конце 50-х он прятал нацистов в Аргентине. Легализовывал их. И делал это, надо сказать, так удачно, что никого из них до сих пор так и не нашли. Эх, взять бы этого Гюнтера. Да на Цугундер. Со многими бы мерзавцами посчитались. Дорогие мои, завтрак на столе. О, омлетик. Мамочка, кушай. Приятного аппетита. Не капризничайте, Лариса Алексеевна. Кушайте. Вкусный омлет. Вам сил набираться нужно. Мамочка, если ты омлет не хочешь, я могу что-нибудь другое приготовить. Ты только скажи. Ничего не хочу. Что-то аппетит как-то пропал. Хорошо. Не хочешь кушать, не надо. Ты только не нервничай. Тебе волноваться нельзя. Давай я тебе лекарство принесу. Или, может быть, ляжешь, отдохнешь. Может быть, аппетит появится. Угу. Что ты разговариваешь со мной сейчас, как с идиоткой, а? Нервничать я не перестану, пока ты мне не скажешь, где ты была ночью. Кто мама придет? Ты не ответила мне, Таня. И на каком основании ты держишь здесь чужого ребенка? Где ее мать? Почему она не приходит за ней? Мам, пожалуйста, не надо. Я потом тебе все объясню. Алло. Танечка, срочно ко мне на Патриаршие. Но... Никаких «но». Быстро ко мне на Патриаршие. Кто звонил? По работе. Из дома модели. Мне нужно уходить. Ты не ответила, Таня.
Я хочу знать, что с тобой происходит. Мамочка, пожалуйста, давай не сейчас. Ты видишь, мне нужно идти. Давай, я приеду вечером, и мы с тобой обо всем поговорим, хорошо? А сейчас мне пора. Борис Васильевич. Борис Васильевич, добрый вечер. Здравствуйте, Регина. Вы что, уже уходите? Я надеюсь, что вы остались довольны. Борис Васильевич, а как насчет моей просьбы по поводу стола заказов? Ах, да. Вот вам пропуск на полгода, а дальше продлим. Ой, спасибо вам огромное, Борис Васильевич. Говорят, что в связи с Олимпиадой расширили ассортимент, да? А что еще говорят? Ой, ну говорят, что на закрытии Олимпиады в небо улетит гигантский надувной медведь. Правда, что ли? Откуда вы знаете? Это ведь тайна. Да. Эх, Регина, Регина, захочешь узнать, что в Москве творится? Надо обязательно ехать к вам. А вы приезжайте, мы вас всегда рады видеть. Гела, взгляни, чтобы в коридоре никто не маячил. Хорошо. Здравствуй, Танечка. Иди, иди. Да. Это что такое? Что за вид? Ты же на работу пришла. Иди и приведи себя в порядок. Софа, а что это ты? Сопли распустила, а? Да Лильку ей жалко. А, Лильку жалко? Нашла кого жалеть. Та решила денег срубить, вот и напоролась. Еще раз слезы увижу, придется оштрафовать. Все поняли. Вечером приезжай в Черемушки, помянем Лильку. Ой, это ко мне. Ой, Славочка, а мы вас не ждали, я уже соскучилась. О, у вас новенькая. Я позвоню? Ну, конечно. Хилькевич беспокоит. Я насчет конференции в Новосибирске. Вам от отца должны были позвонить. Вы в курсе? Ну, прекрасно. Привет передам. ЦК комсомола к работе готов всегда. Ну, а ты-то готова к работе? Всегда готова. Вот ты. А! Ой! Как бы нам всем эта история боком не вышла. Убийство все-таки. Не бери в голову. Менты у меня прикормлены, спустят все на тормозах. Да и повыше защитники найдутся. Если что, сам знаешь, помогут. Редко это баба. В чем дело? Почему без макияжа? Ты что, русский язык не понимаешь? Я ухожу. Уходи, я тебя не держу. Только деньги положи на стол. Долги нужно отдавать. Ты ведь Славе тоже должна. Я, правда, твой долг погасила, поэтому ты теперь должна только мне. Я отдам. Отдам позже. Сейчас у меня нет. Деньги мне нужны сейчас. Мне сейчас они нужны. Не хочешь отдавать? Я твой долг продам Беляевским. А что мне делать? Они из тебя его выбьют. Ты же не хочешь, чтобы твоя мама пострадала?
Да и тебя они тоже не пожалеют. Вы не посмеете. Я? Я нет. Но Беляевские, они способны на все. Ты забыла, что они с Лилей сделали? Так что прежде чем уйти, хорошенько подумай. Вот так-то лучше. Давай боевой окрас наружу и Кармину. Он уже ждет давно. Вытащили. Господи, ну не могу я там больше сидеть. Ну правда, ну не могу уже больше. Ну вот мне уже. А вы Татьяну попросите, чтобы она вас почаще на улицу вывозила. Нет. Вам свежий воздух полезен. Да не может она. У нее же учеба, работа. Нина тоже говорит, что она, ну, что это в ее обязанности не входит гулять. Ну понятно. Ну, мы бы почаще приходили, но из-за подготовки к Олимпиаде. Да я понимаю, не надо. Да вы что? Это вам, да? Спасибо. Спасибо большое. Катя, покажи-ка мне вот этот вот кусочек маленький, помнишь? Ага, да, сейчас. Так, 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 помягче. Так, так, так. Молодец, молодец. А в сборной все девчонки вас ждут. Ждут, когда вы вернетесь, и мы опять будем тренироваться. Да сама жду. Совсем забыли вам сказать. Мы с девчонками ходили в спорткомитет. Просили, чтобы вам с Таней выделили две путевки в Суздаль, в санаторий. Да вы что? И вы там сможете каждый день гулять. Да вы что? Спасибо, боже мой. Да вы что, девчонки? Спасибо вам большое, боже мой. Я не верю даже. Что это? Это что за пятна? Ты что, больна? Нет, это просто синяк обыкновенный. Я в троллейбусе в час пик. Прижали меня, это не заразно. Я не врач, чтобы в этом разбираться. Регина. Да? Вы обещали мне качественный сервис. Я за него заплатил. А что вы мне подсунули? Армин, я не понимаю, вы же сами просили именно Таню. Да ну не избитую. Я очень занят, специально освободил, выделил время. Я рассчитывал на хороший вечер, что будет отдых. А вы причинили мне беспокойство и дискомфорт. Почему в этой стране все время врут? Армин. Я заплатил вам хорошие деньги. За чистую, ухоженную девушку. А что я получил? Избитую неизвестно где и кем шлюху? Армин, ну может быть вам прислать... девушку? Нет. Я требую, чтобы мне вернули деньги. И впредь Таня должна хорошо выглядеть и быть в форме. И регулярно проходить медицинский осмотр. Армин, я приношу извинения за причиненное вам неудобство. Просто я совершенно... трубку положил. Все из-за этой девки. Вот с другими проблем нет, с ней один геморрой. Взяла и пошла туда. Со своими побоями. Мне даже ничего не сказала. Он, конечно, ее выстрелил. Она как специально это сделала, дрянь такая. Да ее еще раньше надо было проучить гонор сбить, а ты с ней цацкаешься. Умный какой. Как я ее проучу, если у нее там серьезный покровитель? Я бы ей уже давно хвост поджала. Почему ты так рано? Армин меня выгнал. Как выгнал? Регина знает? Это плохо, Тань. Но хуже, чем сейчас, уже все равно не будет.
Таня, это очень плохо. Здрасте. Какие люди! Привет! Здрасте! Ой, девка, здоров. Ну ладно, давайте. Лильку помянем. Угу. Пусть земля ей будет пухом. Да. Ой, не пошла. Вот все, что осталось от нее. Пара фотографий, колечки, да, деньги какие-то. Ты Машке-то сказала, что мать померла? Нет еще. Духу не хватило. Да, жалко Лильку. Хорошая она баба была. Да. И с Машкой что теперь? Слушайте, девчонки, а Лилька, она вообще откуда? Может, у нее какая-то родня есть? Кому Машку-то отправить можно? Детдомская она. И Машка туда же отправится. Мы ей помочь ничем не сможем. А что у нас? Ни прописки, ни жилья, ни нормальной жизни. Нормальной нашу жизнь точно не назовешь. Танюх, слушай, а может, ты ее к себе возьмешь, а? Ну, с нами же пропадет. Или станет во такая же. Девчонки, вы что? У меня мама болеет. Куда ее дену? Маму я говорила. В детдом. Одна дорога. Эх, девчонки. Ладно, пусть пока поживет, а там посмотрим. Танюха. Ты это возьми для нее вон фотографии там, колечки на память. Расскажешь потом, какая мамка была. Да, что помнила мамку-то, не забывала. Вот жизнь, а. Лилька, Лилька. Могла бы себе такую карьеру сделать. Ее же в 14 лет из Пермского училища в театр Станиславского пригласили. А она влюбилась. А этот хрен Маршов ее беременную бросил. Из театра поперли, а ребенка кормить чем-то надо. Вот и полетела наша Лилька по рукам да по кочкам. Ладно, чё уж тут говорить-то. Помянем? Помянем. Ну, помянем. А ты сама-то как здесь оказалась? А я в мыси пролетела. Пролетела. Как фанера запарила. Я из родного Запорожья девки с такими понтами уезжала. Вы меня видели? В Москву поеду. С Высоцким познакомлюсь. А возвращаться домой стыдно, засмеют. Тут меня Регина и срисовала. Да ладно, чё. Все про меня, да про меня. Ты вот лучше... Танюх, мне расскажи, вот как ты-то, профессорская дочка, здесь оказалась? Вот что для меня загадка. Да что загадка-то? Ну, слаба на мужику. Это что, про себя говоришь, что ли? Ладно, хватит ржать, баба. Поминки все-таки. Я знаете что? Одно мне душу греет, что Лилькиных убийц найдут и к стенке поставят. Точно. А за это не грех и выпить. Правда? Правда, я говорю? Да, давай. Давай. Ну, только водка мне что-то надоела. А у меня на этот случай кое-что припасено. Mm-hmm. Что? Абсент. Франция. Никто их не расстреляет. Все на тормозах спустит. Да ты что, гонишь, что ли? Случайно слышала разговор Регины с Гелой. Капец. Выходит, тебя вот так вот запросто убить могут, и никто за это не ответит? А ты что, не поняла еще, что ли? Какой-то. Что мы для них мясо вообще. Только деньги с нас нужны. А сдохнешь под забором, никто не вспомнит. Ой, жизнь моя поломатая. Так, девки, хорош нажраться, клиент на подходе. Давайте, заканчивайте свой вечер воспоминаний
и приберите здесь. Слушай, а не пошла бы ты со своими клиентами, а? Вала, ты чего? Ты чего, офигела? Регина будет тобой недовольна. Слушай, вали отсюда, пока я тебе под ней не заехал, ладно? А на Регину твою я уже прибор положила. Нам по Кзоту отдых положен. Ну, смотри. Ну, ладно, девчонки, нам пора идти уже. Сердись, кукла валютная, она села. Сядь. Рюмку давай. Ну? Сама справиться не могла? Кто зачинщик? Танька. Бабка повелась. Понятно. Бунт на корабле. Понавтыкать? Зачем же портить товар на вид? Я как-нибудь уж сама здесь справлюсь.